25 декабря 1979 года советские войска были официально введены в Демократическую Республику Афганистан. Некоторые части, например, десантно-штурмовая бригада, форсировали пограничную реку Амударья. Остальные перебрасывались воздухом на аэродромы Кабула. За 10 лет войны интернациональный долг на территории республики выполнили 620 тысяч советских военнослужащих. Сейчас по-разному можно судить. Говорят, что это была спецоперация военная, советско-афганская война. Для нас это была настоящей войной. И советские люди не посрамили. Мы с честью выполнили свой воинский долг, интернациональный долг. Ту задачу, которая ставилась перед нами, мы выполнили полностью. И сегодня мы поминаем наших боевых товарищей, которые с нами, к сожалению, нет. Советский Союз потерял в той войне свыше 15 тысяч человек, и среди них 15 севастопольцев. Первый груз 200 пришел в город в марте 1980 года. Трагическую статистику открыл Сергей Иванов. Его мама каждую памятную дату приходит в сквер. Женщина рассказывает, уходя в армию, сын оставил годовалого ребенка. Теперь вот только внуки и дают силу жить дальше. Вот это мне дает силы, то, что дети. И такая вот вера у меня, что я не верю, что он погиб, его привезли в Цинково на рабу. Не открывали ни окошко, ничего нету. Я говорю, не верю. После траурного митинга и возложения в сквере воинов-интернационалистов был торжественно открыт обновленный после реконструкции пантеон памяти. Право перерезать ленточку было предоставлено Ольге Ивановой. Первыми посетителями музея стали участники боевых действий, родственники погибших и представители городских властей. Пантеон памяти, который мы сегодня видели, был отремонтирован во многом благодаря фонду «За Севастополь» Вадима Новинского. Со своей стороны, от имени городской администрации, хочется сказать, что нами совместно с общественностью воинов-интернационалистов подготовлен и утвержден план мероприятий на следующий год. 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула Афганистан. В наступающем 2014-м дата юбилейная – 25 лет вывода. К ней в городе запланирован ряд памятных мероприятий. Кира Калинина, Олег Иващенко, программа «Наше время».